уже через прокуратуру работать, потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру, потому что он даже ко мне подбегали, эти срочники, они там трусились, дай позвонить там отцу, он там решит вопрос, меня заберут. Я говорю, да на, говорю, звони, говорю, без проблем, говорю, типа, идите, говорю, что тут, говорю, делать. Короче, да дело в том, что тут наша местная прокуратура, блин, гнилая просто. Да, ну, оно так и есть, наверное, не знаю. Ну, срочников тут и на показуху забирали якобы, что их отправляют. Некоторых оставили, а одного кидали, там, срочника, он там два раза на передке был, там, ну, короче, в жесткие ситуации попадал, его аж там трусило. И все равно его оставили, не могли назад отправить. Короче, его тут, ну, короче, кого-то отправляют, кого-то не отправляют. Тут непонятно, что, короче, творится. Ну, короче, буду все равно искать. Владик, будем искать ходы обязательно.